Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сбежал в США. Об этом сообщают украинские СМИ. По данным изданий, почву политик готовил заранее. Его семья еще в сентябре переехала в Вашингтон. Недвижимость в американской столице экс-глава правительства приобрел на деньги от продажи дома и нескольких дорогостоящих квартир на Украине. Распрощался Яценюк и с долей в украинских бизнес-проектах. Именно по этой причине бывший премьер не подал декларацию о доходах. Однако, как уверены журналисты, на родину Яценюк с женой то и дело возвращаются, но о своих визитах предпочитают не распространяться.